сверхъестественное. Живот скрутило. Я чувствую тьму. Что, хуже тебя? О, нет. Надо убираться отсюда. У тебя аллергия на пчел? Это не пасечник. Это отец всех убийц. Не понял, кто? Это Каин. Который Каин и Авель? Дин, надо уходить. Сматываться. От него. Никуда ты не пойдешь. Кроули. Ты чего не телепортировался? Я своих подельников никогда не бросаю. Да, сейчас. Какой ты добрый стал. Ты просто не можешь, да? Каин как-то на меня влияет. Прямо все тебе сегодня мешают. Расскажи лучше об этом Каине. Убив Авеля, Каин превратился в демона. Как это превратился? Он стал самым опасным демоном на Земле. Убивал тысячами. Он лучший среди чудовищ. А потом он... просто исчез. Считалось, что его убили, по крайней мере, надеялись. Вы сами-то пчел держите? Это помогает расслабиться. Они такие благородные создания. А мед? Я держу его прямо в сотах. Прошу. Они вымирают, знаете ли. Без пчел человечество не сможет существовать. Итак, зачем же король ада и Винчестер пожаловали ко мне? Вы знаете, кто мы? Я на пенсии, но еще не умер. Чего я не знаю, так это зачем вам понадобился? И что еще важнее, как вы меня нашли? Да, это забавно получилось. Небольшое недоразумение. На самом-то деле... Научите меня такому трюку. Зачем ты пришел, Дин? Мы ищем оружие, которым архангелы убивали рыцарей ада. Первый клинок. Он нам нужен, чтобы убить такого рыцаря. Абадон. Вы отошли от дел, я понимаю. Мы не хотим мешать вам наслаждаться заслуженной демонской пенсией. Но дела у нас плохи, и мы хотим уравнять шансы. Спрашиваю в последний раз, как вы меня нашли? Мы не искали. Заклинание должно было найти клинок. Оно одноразовое. Кто-то еще знает, что вы здесь? Нет. Что ж, приятно было принять у себя гостей, но раз в 100 лет вполне достаточно. Закройте за собой дверь. Слышь, приятель, без клинка мы не уйдем. У тебя та еще репутация, Дин. Вижу, про твою отвагу действительно не лгут. Что тут скажешь, я мастер на все руки. Абадон — последний рыцарь ада. И раз уж ты в отставке, какое тебе до нее дело? Твой молчаливый друг в курсе, что я сам обучал рыцаря ада. Я создал этот орден демонов собственными руками, включая Абадон. Да, эти сведения пригодились бы мне 5 минут назад. А сейчас о том, чего твой друг не знает. И вообще никто не знает, кроме Абадон. Рыцарей истребили не архангелы. Это был я. Почему ты пошел против своих? И снова хвалю твою отвагу. Если позволите, у меня дела в городе. Прощай, Дин Винчестер. Никогда не возвращайся. Какая прелесть. Давай уедем из страны. Ты же сказал, что только первый клинок убьет Абадон. И он уже так близко, мы не уедем. Ты можешь хоть раз внять глазу рассудка? Слышь, он сказал, что поедет в город. Супер. Дождемся, когда уедет, вломимся и заберем свое. Понял?